Всем привет! Меня зовут Парваткина Юля, и в сегодняшнем видео я хотела бы вам рассказать о том, как я делаю свои 150-200 бонус-баллов. Но в самом начале я хотела бы рассказать выгоду от такого большого личного заказа. Во-первых, это является одним из условий компании. Если вы делаете заказ свыше 150 бонус-баллов, компания вам платит зарплату, основную скидку. Поясню, то есть компания платит вам процент от товарооборота вашей группы или от вашего заказа, да? Но более подробно есть все в маркетинговом плане компании. Объясню еще проще. То есть вы делаете заказ свыше 150 бонус-баллов, компания вам на номер перечисляет денежные средства, которыми вы можете воспользоваться при следующем заказе. То есть, например, ваш заказ составляет, ну, например, скажем, да, 10 тысяч тенге. Если у вас уже есть на номер накоплена скидка в 5 тысяч тенге, компания просто эту скидку списывает, и вы наличными средствами, деньгами уже платите всего лишь 5 тысяч тенге. Я думаю, что это очень выгодно. Если же, конечно, у вас меньше накоплено, то компания списывает то, что есть, да? А если же, конечно же, больше, то она списывает именно 50% от вашего заказа. Думаю, понятно с этим. Вторая выгода. У компании за каждый заказ, вернее, за каждый продукт есть присвоен бонус-балл. Это своего рода такая валюта компании. То есть вы делаете покупки в Oriflame, и за каждый продукт вам начисляется определенный бонус-балл. Эти бонус-баллы у вас копятся, которые вы можете в последующем обменять на какой-то подарок по программе лояльности. Это тоже выгодно. Поэтому, если вы делаете 150 бонус-баллов, вы сразу же можете приобрести, да, из этой программы какой-то продукт. Или же эти баллы копить и приобретать уже не один продукт, а больше таких продуктов, да? Или же какой-то очень копить эти баллы и именно брать по этой программе какой-то более дорогостоящий один продукт. Это тоже очень выгодно. Просто если делать заказы, например, в 30-20 бонус-баллов, да, эти баллы будут копиться очень долго, и неизвестно когда вы сможете обменять их на подарки. Третье. Это продукт с 50% скидкой. То есть вы делаете два раза подряд заказ, да, в 150 бонус-баллов, вы становитесь автоматически участником премьер-клуба компании. Вам представляется такая возможность приобрести любой продукт, абсолютно любой продукт с 50% скидкой, что тоже очень выгодно. И сейчас до 12 каталога действует такая программа, да, как «Вау-лето». Тоже заказы свыше 150 бонус-баллов, вам еще плюсом к вашей основной скидке идут 10% скидки. То есть, опять же, компания плюсом перечисляет денежные средства дополнительно от процентов вашего товарооборота, да, еще дополнительно 10%, что тоже очень приятно. То есть, с вашего заказа уже списывается, с вашей скидки списывается не 50%, а все 65%. Это тоже очень выгодно. Узнав, конечно же, все эти выгоды, да, все эти преимущества, которые были на тот момент, когда я была еще новичком, все равно мне закралась мысль такая, что 150 бонус-баллов – это слишком много для моей семьи, это слишком дорого для нашего семейного бюджета, так как я в декрете, муж работает один. Но мне хотелось получить этой основной скидки, вернее, хотелось ее получить. Хотелось всех этих скидок, да, всех этих преимуществ, которые дает компания именно за такой заказ. Я позвонила маме, рассказала своей снохе, рассказала ее маме о том, что я могу приобрести, да, продукцию со скидкой, качественную продукцию. Ну, на тот момент уже, конечно же, все знали, что такое компания Oriflame.
И таким образом еще показала каталог своим подругам. И таким образом я набрала свои первые 150 бонус-баллов. Сначала мне казалось, что это тяжело, да, на самом деле это оказалось проще некуда. И потом я сделала заказ. Когда раздавала этот заказ, получила деньги. Эти деньги я не потратила, отложила их на следующий заказ. Еще плюсом мне компания начислила основную скидку, да, за мой, получается, сделанный заказ. Я еще раз показала каталог, да, следующий уже своим уже знакомым, во дворе мамочкам, на работе, да, когда вот именно сотрудникам, благо есть интернет, все показала, да, и онлайн-каталог. Девочки меня также заказали, я им сделала скидку в 10% и вложила, получается, те деньги от первого заказа, и 50% у меня списались мои основной скидки. Я, получается, в семейный бюджет не залезла. Опять раздала заказы, я получила уже возвратом все свои деньги. Я их опять отложила, и у меня вот было вот так вот, что, получается, все деньги всегда были это в моем товарообороте, да, я их постоянно оборачивала, я их не тратила на себя. Таким образом, я вышла из положения, да, чтобы не залазить именно в семейный бюджет, не тратить семейные деньги. Просто первый раз это всегда очень тяжело. Сейчас же я делаю 200 бонус-баллов, и для меня это кажется, иногда кажется мало, потому что я смотрю, да, в корзину закидываю то, уже свыше 200 бонус-баллов. И начинаю уже чего-то отказываться. Ну, еще расскажу такое, что я забегаю вперед, да, благо интернет, можно посмотреть каталоги будущих периодов. Я просматриваю текущие акции, да, какие там будут, что можно взять, может быть, подешевле, чем есть сейчас. Например, да, я хочу купить тушь, я начинаю смотреть, да, если она еще не закончилась, я смотрю в каталоге следующее. Может быть, там подешевле. И, конечно же, я об этом рассказываю всем своим знакомым, да, кому я предлагаю каталоги, что говорю, что именно сейчас, например, действительно классные скидки, да, классные акции, предложения. Я рассказываю о том, чем действительно я пользуюсь сама. От всей продукции я, конечно же, в восторге, но я еще, конечно, не все перепробовала. Но все потихонечку, постепенно, да. Вот так вот я действую, да, сейчас мой заказ в основном составляет, да, вот wellness, я беру для себя и для мужа wellness pack, для своих деток витаминчики, вот, значит, нутрикомплекс 50% скидкой, более доступно оказался, да, это уже вся продукция wellness, уже свыше 100 бонус-баллов в моем заказе. И, конечно же, это я смотрю на акции, да, на какие текущие, что действительно дешевле взять сейчас, нежели потом. Вот были гели, да, большой объем. Я их взяла, наверное, штук 10, потому что потом даю маме, я и мою посуду, и стираю. Зубные пасты, да, тоже смотрю. Действительно классные скидки. 300 тенге, такого, по-моему, еще никогда не было. В следующие они будут дороже. Набрала опять целую кучу. Потому что знаю, что дальше я возьму что-то какие-то другие продукты. Ну, уже не говоря о декоративной косметике, да, туши, там, дезодоранты, мыло. Это всегда есть тоже в моем заказе. И я всегда советую это своим клиентам, таковым, да, которые вот у меня есть, мои знакомые. Вот таким образом происходит мой заказ. Я думаю, может быть, я чем-то смогла вам помочь при том, что как нужно с первый раз делать 150 бонус-баллов. И я буду рада, если вам действительно мое видео оказалось полезным. Ну, на этом у меня все. Спасибо и до встречи в новых видео.